вперед. А что здесь? Ух ты, блядь. Хм. Интересно. И алло, 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 алло. Хм. Алло. Ага. Так, здесь какая-то дверь. Че, наверху? Наверху снайперская позиция была. Угу. Ну ладно. Ну, видимо, сюда. Тут нас повязали. Что-то такое, босс, что ли, опять? Что они мне прям раздают эти. Да, блядь, уйдите нахуй. Да, сука. Опять мистер Некрайт. Вот это поворот. Тьфу. Вот это поворот. Вчера, короче, прикол. Помните операцию «И другие приключения Шурика»? Помните? Там, короче, есть момент, когда это... Вам что нужно было сделать? Вам нужно было отвечь старушку простым вопросом. Вы что спросили? Как пройти библиотеку? В 3 часа ночи? Идиот. Подожди, это... За минут 10, наверное, может 15 до этого момента Шурик выходит из библиотеки с книжкой. С конспектом или еще что-то типа того, я не помню. Короче, он выходит, дверь закрывается, и на двери, короче, табличка. Библиотека работает с 3 часов ночи. Пека-пека-пека, просто, ё-твою. С 3 до 18. Я такой, что? Я даже этого не знал. Алло. Что за... Так, еще раз. Может, нам их просто расстрелять? Давай их просто расстреляем. В чем проблема? Ну, не этим, конечно. Вот. Фанас. Да, блядь! Да ну зачем ты звонишь-то, блядь? Алло. Я не звонил. Все, отстань. Я по привычке. Будто бы здесь инвентарь есть. Что это такое? Подожди, это откуда взялось? Трос, длинный прочный трос, сплетен из деловых волокон. А это откуда взялось-то? Такого у меня не было в инвентаре. Мне что-то, мне подкинули что-то. Надо куда-то пробежать, что ли? Походу, да. Сигнал к нему включается.
Да, блядь, не вставай ты там. Мне кто-то наверху ждет. Ебай, не понёк, паёк. По-моему, так безопаснее. Так что, кто звонит? Снейк, это дверь на мостик. Но не откроется даже с картой. Точно, я совсем забыл. Ты что-то знаешь? Иногда она замерзает снаружи слишком холодно. В следующий раз говори заранее. И что теперь? Изнутри ее открыть невозможно. Они всегда используют для этого C4. Снаружи. Снаружи? Можно ее открыть изнутри? Извини, не получается, но не волнуйся. Вовнутрь ты попадешь. Есть два мостика, которые соединяют башню А и Б. Второй мостик наверху. Тебе нужно использоваться этой дорогой, окей? Вервульф, спасибо за хост. Спасибо большое. Их тут больше трех, что ли, блять, я не пойму. Да, блядь, повернись, ну! Да какого хера ты идешь нахуй просто? Заткнись. Это Феонор. Короче, бежим наверх. А, я вот здесь трос взял. Идрите. Беги, пожалуйста. Да ну ёп! Перестань цепляться за все подряд, блять, что за тупость-то, ёб твою мать. Блять, ты откуда взялся? Быстро патроны улетают в этом автомате. Эта башня вообще кончится, нет? Иди ты нахуй. На!
Не, ну это, конечно, все охуенно и здорово, блядь. Да я не вижу, блядь, где вы. Алло. Спасибо. Так. Сюда. Дама афроамериканка. Гениально, блядь. Сохрани меня. Бля, а чё, босс, что ли? Или чё происходит? Сомнение какое-то насчет целостности здешнего места. Это ж нихуя себе, это что такое, блядь? Не понял. Нихуя. И чё? Дайм! Снейк! Я боюсь, я не могу тебе позволить пройти. Ликвид, ты дальше не пройдешь. Умри! Чё за спойлеры там в чате, блядь? Заранее мне тут, слышишь? Алло. Длинный спуск. Здесь моя умела веревка. У меня есть тот трос, что я нашел, должен подойти. Ты собираешься делать? Сбить Хайд голыми руками? Ты май! Если я стану здесь, мне конец. Нихуя. Я быстро среагировал. Чего? Чего? Чего это, блядь? Это же Человек-паук, блядь? Это Варзай. Скажу, как спускаться по тросу. Нажми X, чтобы оттолкнуться от стены. Затем нажимай кнопки направления, чтобы спуститься. Если ты оттолкнешься, держа кнопку влево-вправо, ты можешь сделать большой прыжок в том направлении. Если ты будешь держать кнопку «Кружок» и нажимать кнопки направления, ты сможешь медленно идти по стене. Если правильно рассчитать время, то сможешь избежать огня Хайнда. Пока будешь спускаться. Если кто и может это сделать, так это ты, Снейк. Видео Янс... Спасибо за фоллоу. Thank you for the follow.
Да какого хера-то? Это тоже дамажит. Ёбушки, воробушки, прыгай быстрей. Да иди, твою мать! Ёб твою. Я тут понял, знаешь, в чем проблема? Я не мог паёк использовать во время этого спуска. Да, это из Спайдермена, кстати, было. Я говорю, Кодзима вор. C4? Так, стоп, C4. Это... Секунду. Сейчас нам нужна будет команда секрет, скорее всего. Английский, правда? Ла-ла-ла-ла. Где ты? Ты-ры-ду-ру-ду-ру-ду-ру-ду. Нет? Да, дверь открылась, смотри. Блять, ты вошел-то внутрь, а назад, стой! Стой! Все нормально. Фух. Если бы она замерзла опять обратно. Сохрани меня. Бла-бла-бла. Бла. Бла. What the f... Да ты чё, блядь, лежишь-то? Вставай давай, ёб твою мать. Чё происходит? И как я должен это проходить? Всё серьёзно? Как это должно это проходить? Чуть-чуть, ничего не понимаю. Что если Кодзима спиздил у Кодзимы? Не, ну воровать самого себя, это, конечно, вообще... Это верх, идиоте. Там пацаны какие-то просто стреляют в меня. Алло. А можно их убить? Да хоть ты лежишь тут, блядь, ну с тобой двое, блядь, не тупи! Твою мать, дебилоид! Вставай, вставай, вставай! Чё за ересь? Так, господа, убейте меня еще раз, я хочу кое-что попробовать. Да, прям вытолкайте меня. Что я хотел попробовать? Смотри. Что будет, если мы... Так, во-первых, вот это вот можно попробовать, на самом деле. Нормально.
Да. Гранатомет Никитка, блядь. Синька зло? Ты только сейчас это понял? У нас проблема. Кажется. Кажется, у нас большая проблема. Это чё? Привет, Санёк. Слит не работает. Окей. Ножками, ножками. Я на солнце блики. Я, ты, огонь груди. Уходя за три улики. Все впереди. Ди-ди-ди. Все впереди. Ди-ди-ди-ди. Поехали. Самый великий кузнец в мире, блядь, пришел. Ну скажи мне, Санек, у тебя есть? Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Так, и чё? И что? Мне нельзя здесь спуститься? Что? Что? Трос. У меня троса больше нет, да? О, черт. Значит, давай попробуем взрывчатку поставить. Можно здесь взрывчатку поставить? Встань, пожалуйста. Нет, нельзя. И чё? И... Могущественное заклинание. Я не понял. Что? А можно посмотреть, что впереди? Чисто ради любопытства. Так спрыгни, хоть тут, блядь, расстояние-то вообще ни о чем. Ну подумаешь, жопу себе сломаешь. Или ногу, я не знаю. Ну ты хотя бы попробуешь. Как же они в этой игре любят прям какие-то гигантские бляха подъемы. Чего? А? Что? Что? Что это? Не стреляй. Это я, не стреляй. Это я, Снейк. Так он, как ты сюда попал? Так захват еще как ты, поверь мне, я боюсь высоты. Ты все видел? Да, видел. Я приехал в грузовике. Благодаря стелс-камуфляжу. Как ты поднялся сюда? На лифте, конечно. Первый этаж винтовой лестницы был уничтожен. Поэтому я использовался лифтом. Лифт работал? Да, работал. Ты просто бесподобен. Прям как киногерой. Нет.
Ты ошибаешься. В фильмах герой всегда спасает свою девушку. Ты имеешь в виду Мэрил? Извини. Забудь, что я сказал. Снейк, я хочу спросить тебя кое-что важное. Для этого я проделал столь долгий путь. Человек-паук не спас Гвен Стейси? Ты когда-нибудь любил кого-нибудь? Ты пришел спросить меня об этом? Нет, я просто интересно, если даже солдаты могут влюбиться. Чё ты пытаешься сказать? Хочу спросить. Как ты думаешь, любовь может расцвести даже на поле боя? Да, наверное, да. Я думаю, что люди могут влюбиться в любое время и в любое время. В любом месте и в любое время. Если ты любишь кого-то, ты должен уметь защитить его. Я тоже так думаю. У меня есть просьба. Не волнуйся, это легко. Я уже говорил, я не хочу никому причинять вреда. От этого я тебя не хочу. Хорошо. Лифт остановился внизу, я хочу, чтобы ты заставил его двигаться. Видишь? Это странно. Он недавно работал, а теперь нет. Может, панель сломалась? Можешь исправить? Все работало раньше. Если делал механизм, я исправлю его. Я пока прихлоплю пару эту шумную муху. Хорошо, я стою здесь и поставлю на страже. Удачи. Неважно выглядишь, все в порядке? Не волнуйся. Если я делаю это, так мне так легче. Я просто представлю, что меня здесь нет. Когда мне не страшно. Странная логика. Рассчитываю на тебя. У меня такое ощущение, что он влюбился в эту собака... Собака... Как ее? Собаку эту. Как ее звали? Забыл. Которая шрам оставила Снейку на лице. А куда он пошел чинить-то? Чего он пошел чинить-то? Чини давай, ёпта мать. Слушай, я не хочу с вертолетом драться, ты... What the fuck? Ай. Да ну куда ты? Да ну угораешь. Опа! Да они сюда чисто смотрят, как я увернусь-то. Бред полный. А еще ближе камеру можно сделать? Это что-то это... Что-то близко слишком. Гранаты. Стингер, ракета. Паёк, блядь, сейчас босс будет. Бля, буду. У меня жизни не полные. Минус паёк сразу. Кодзим не гений, Кодзим вор. Короче, я так понимаю, Стингер ракетой нужно его бить каким-то образом. Охуений. Стингер, ракета. Никитка, блять. О! Ракета класса земля-воздух. Вот это то, что нам нужно. Наведение кнопками. Нажмите X для выстрела. Ух ты, ёпта мать. Окей. Что, здесь сохранится? Давай сохранимся. Храни меня. Снайпер Волк, точно. Так ее звали.
А, да. Я ж с сарказмом, я тоже. Нет, в смысле, я не тоже. Я утверждаю, что Кодзима вор. Так, змея, наконец-то выползла из своей норы. Готов, брат? Почему ты называешь меня братом? Кто ты, черт, так побери? Это я. Я это ты, я твоя тень. Что? Спроси отца, которого ты убил. Я отправлю тебя в ад на встречу с ним. Ну и семейка, блять, у вас. Так, ты где? Угу. Ебан быстрый. С один раз я попал. Так, тихо. Ты что делаешь-то, блядь? Да сика, пошел в жопу. Ракет хватит на босса, блять. Короче, смысл в том, чтобы выстрелить и убежать, я так понимаю. Вот сюда. Он перелетает на эту сторону. Ну и просто чуть-чуть опоздал. Так, это что, паёк? Паёк, да. Так, значит, потихонечку. Ага, он, блядь, что-то начал новое творить. Так, тихо. Так. Ой! И чё, ты не целишься? Получай! Я ебу. Вот как я должен был догадаться, куда мне нужно было встать. Так, давай ебанем паёк на всякий случай. Я, блядь, боюсь что-то. С ним драться, он какой-то ебанутый. Да, блядь, завязывай. Чё началось-то, блядь? Успокойся. Где ты? Не вижу тебя в упор. Так. Угу. Ня! Не надо. Не надо. Бля, не так топка. Где-то я такой бой видел уже. В сифон-фильтре, кажется, да? Чё, где вертолет? Чё, снизу, что ли? Не-не-не, именно вот один в один, короче. Нужно было выстрелить один раз, спрятаться куда-то.
Да в смысле много где? Это, блядь, сифон фильтр чистой воды, вы чё? И чё, он теперь так и будет? Появляться, исчезать? Появляться, исчезать, блядь, мы с ним неделю, блядь, будем драться или чё? Может мне просто MP-гранату кинуть, блядь, у него технику вырубит, блядь, и он упадет? И все. Вопрос закрыт? Ну, покажись, давай. Сука. Ну это изичный босс. Если это вот так вот делается. Мне единственное, что непонятно, так это как вот этот вот дебилоид смог сбить два самолета. Они говорили, что типа вот на этом вертолете он сбил два самолета F что-то там. F-16, что ли? Каким, блядь, образом, я не понимаю. Чё это за крик был? Вот писька. Здесь, давай. Улетел. Окей. Угу. Так, 1-2 выстрела осталось. Не знаю точно сколько. Скорее всего, один. Но, возможно, и два. Готов? Нихуя не готов! Почему он до сих пор летает-то здесь? Блять, патроны кончились, алё! Получай! Это типа не надо вот сюда входить, что ли? Иначе он будет стрелять. Воу! Только не говори, что я умер, блядь. Пожалуйста. Ну же, лети! Черт. Снейк! Я надеюсь, я выжил. Увидимся в аду, Ликвид. Подожди, мы только что убили главного злодея. На это тебе вместо кремации. Оп-оп-оп-оп-оп. Сисяй. Снейк, лифт заработал. Чинил? Нет, и это странно. Он сам заработал и поднимается к тебе. Не, хорошо. Недавний взрыв, что это было? А мне пришлось сбить тот вертолет. Вертолет? Невероятно, Снейк. Слушай, я просто хочу убедиться. Я правильно иду туда, где находится Metal Gear? Да, вход в подземную базу обслуживания впереди за снежным полем. Хорошо, найди, найди безопасное место и спрячься там. Я иду под землю. Я знаю, знаю. Можешь не говорить. Не путайся под ногами. Не пытайся быть героем и прочее в том же духе. Хорошо, звони мне, если понадобится.
Окей. Ух, 5 пайков. Ох, 5 пайков. 5 пайков. 5 пайков, это хорошо. А что вот здесь было все это время? Что-то есть здесь? Ничего. Ну хорошо. Так, значит, тогда вываливаем отсюда. Открывай. Бля, там что, камера опять? Я знаю, как их доджить на самом деле. Ну, я не знаю, сработает это. 5 пайков, это как 4, тут на 1 больше. Эмулятор. А чё? Давай проверим. Смотри. MP. Еба магия просто. Колдунство какое-то. Колдунство реально какое-то. Общее количество после боссов увеличивается. Всего оружия, всех предметов вообще. Тут редко. Могущественное заклинание. Убили босса, лифт заработал. Ну, я, блядь, охуеваю, конечно, с этой логики. Это типичные, это... Какие-то эти... Триггеры, блядь, в играх. Чего? Что? Что? Перегруз, что ли, блядь? Что? Ты пищишь, поехали вниз, блядь. Пищит, блядь. Алло. Это еще не сохранилось. Снэйк, я кое-что забыл сказать тебе. Что? В лаборатории было 5 прототипов стелс-камуфляжей. И что? Если учесть тот, что я нашел, остается 4. Эй, на этом уроке... Мы сейчас не на математике. Я подумал, что чтобы тебе нужно взять один. Вернуться в лабораторию. Все 4 костюмов нету. Еще в лифте, который я проверил. Действительно странно. Как будто кто-то нарочно удерживал его. Когда был в лифте, не было ли сигнала перегрузки? Еще одна вещь, которая меня тревожит. Сигнал звучал, и я знал, что я не смог превысить предел. Сколько ты весишь? Где-то 61. Но в лифте предел 300 килограммов. О боже. На перегрузке потребовалось по 5 человек. Обернись, Снэйк! Люди, укравшие мой стелс камуфляжа, прямо возле тебя. О, блять. Теперь умри. Нихуя себе! Стоять. Ты, блядь, еще бы это работало все, ну. Да ёб твою мать.
И ты прям знаешь... Пока мы не начали. Драка в лифте. Пока мы не начали. Никто не хочет выйти. Какие у тебя идеи, Кириллюс? Так, у меня 3 из 5. Ну, это прикольно было. Но единственное, надо было, наверное, без этого сообщения это сделать, потому что эффект был бы еще больше, более интересным. Ну, серьезно. Если бы мне не сказали, что в лифте, блядь, еще 4 человека стоят. Другие, какой эффект был? Такой едешь в лифте, все спокойно, тебя начинает кто-то пиздить, расстреливать. Да-да-да, да-да-да. Да хорош пиздить-то, блядь. Картинки, воспоминания, что-то доебалось до меня. Подожди, ну спустились мы вниз, и чё? А, вон дверь. Не видно её, ни хрена. Ой! Так, вот теперь лучше паёк ебануть. Чего тебе надо-то? Чё ты доебался до меня? Камера, иди нахуй. Слушай, может кинуть ему башку? Тут что-то я... Там была камера. Окей. Ну, не зря. Скажем так, не зря. Так, 2 вопроса. Если тут минное поле... На нахуй привет, блять. Что происходит-то? Снейк, ты в порядке? Атакон. Есть еще стелс-камуфляж? Нет, их было только 5. Значит, это не стелс-камуфляж. Чем ты говоришь? Кто-то целится в меня посреди этой бури. Это она. Вульф? Снайпер Вульф? Да, это она. Это точно она. Атакон, ты говоришь так, будто счастлив. Вовсе нет. Так в чем дело? Снейк, пожалуйста, не убивай ее. Ты спятил? Пожалуйста, она хороший человек. Ты понял, если бы с ней поговорил. Послушай меня, малец. Она безжалостный убийца. Я превосходно вижу тебя отсюда. Я говорила, я никогда не прекращу охоту. Теперь ты мой. Вульф, не надо. Не стой между волком и его добычей. Хороша, если сможешь попасть в меня в этой буре. Видишь? Женщины от природы лучшие солдаты. Вульф, не делай этого. Снейк. Я близко. Ты чувствуешь, что я рядом с тобой? Для снайпера глупо раскрывать свою позицию. Неужели? Что ж, я пошлю тебе любовное письмо, дорогуми. Ты знаешь, что это? Это пули, выпущенные из моей винтовки, тебе в сердце. Прошу, Вульф, Снейк, нет. Тихо. Не становись у нас на пути. Сейчас я отомщу тебе за Мэрил. Мужчины такие слабые. Никогда не можешь закончить то, что начал. Не, но это-то мы можем.
закончить то, что мы начали. Так, значит. Просто на миллион остается. Где она? Стоит ли мне пытаться с ней бороться с помощью винтовки снайперской? Бери, пожалуйста. Встань. Где она? Не пищи там. Да, блять, я тебя не вижу, нихуя себе. Да иди ты в жопу, блять, слышь, падла. Вот дает. Да хорош, что это такое-то, блять? Да ну пиздец, что? Ты что, издеваешься? Я пытаюсь пройти, блядь, хоть как-то. Я ебу бабу игу, блядь. Я бы хотел, чтобы в этой игре был другой вид, блядь, а не вид сверху. Когда ты не видишь нихуя, что перед тобой происходит. Вот это я бы хотел. Но Кодзима мне знаешь, что сказал? Иди нахуй. Да блядь, камера! Да что за хуйня? Ну ты, блядь, молодец, конечно, что я тебе еще могу сказать. Ты, блядь, берешь и встаешь, что ли? Да, блядь, где ты, ну? Какого хера? Да ее не видно, блядь, где она? И выше, главное, не поднимается. Ну, обосраться. Ты что, блядь, издеваешься надо мной, игра? Шла... Хули ты встаешь? Объясни мне, зачем? Блядь, она... Я не понимаю. Да я не понимаю, это бред какой. Добей меня уже, блядь. И все. Ну это чушь полная, реально. Ну вот здесь она меня явно не найдет. Смешно. Там грузовик. Что за грузовик? А можно? Где я видел грузовик? А, он на горе, она на гору мне не дает залезть. Блять, ты опять начинаешь. Ну это вот, блять, управление, сука, это вот пиздец полный. Ты, блядь, издеваешься надо мной или что? Я не вижу, откуда нас стреляет. Я тупо не понимаю. А чтобы понять, блядь, мне надо просто постоять, посмотреть по сторонам. Но она, блядь, не дает мне посмотреть по сторонам. Чё за пиздец, блядь?
Она где-то вот тут. Где вот она? На этом здании, что ли? Блять, это худший просто прицел. Твою мать, привет, блять. Ты чё, блять, угораешь, что ли, надо мной, женщина? Ты вот так вот тупо в открытую стоишь, блять, посреди улицы? Серьезно, что ли? Ну и все, пиздец. И где я, блядь? Гениально, блядь. Обожаю, блядь. Это просто лучше... Это лучшее просто, что есть в этой игре, блядь. Моменты за снайпера. Ты стоишь, целишься в одну сторону, в тебя попадает пуля, блядь. У тебя прицел хуяк вон туда, блядь. И ты такой, короче, медленно поворачиваешься. Ты так охуенно. Кодзима, спасибо тебе. Ты, блядь, мудак. Вот кто ты. Давайте перерыв. Бомбит, блядь, от этого уровня.